А в столице Ханты-Мансийского автономного округа в честь праздника губернатор наградила лучших представителей этой профессии. Инженеры, электросварщики, штукатуры, маляры. Всего порядка 20 человек получили заслуженные награды. Сейчас перед югорскими строителями стоит серьезная задача – возвести порядка 1 000 000 квадратных метров жилья. Эту планку установила глава округа. Наталья Комарова отметила, что от качества объектов, которые сдают застройщики, зависит комфортабельность проживания в регионе. Сейчас мы наблюдаем, что строится большое количество жилья, вводится в эксплуатацию запланированное там количество дорог, мощности электростанций, производственных объектов. Все это нужно для того, чтобы мы вот совершили требуемый рывок, требуемый сегодняшним временем рывок, и вышли все вместе на совершенно другое качество жизни. Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургут-Интерновости» плюс СТС, ТВ-3, ТВ-центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день.